Пингвин Санкт-Петербург, ЛЗГТ Липецк 0-0. Ну и несколько слов по матчу, как складывалась игра. Ну, в первом тайме свои моменты не забили, моментов было много, ну, три момента 100% точно имели. Свои не забили, потом соперник уже под нас подстроился и свою игру немного потеряли. Во втором тайме то, что получалось в первом, уже не получалось, к сожалению. Как тебе перформанс болельщиков ЛЗГТ? Конечно, все хорошо, красиво, но играть немного мешает, потому что дым на поле и приходится из-за этого останавливать игру, а судья, к сожалению, не добавляет достаточное количество времени, чтобы это восполнить. После двух проведенных матчей у Пингвинс одно очко в копилке. С каким настроем выйти на завтрашний день? Ну, только побеждать нужно. Спасибо огромное за комментарий.